Семьи, воспитывающие трех и более детей, имеют право на различные социальные льготы. По закону, чтобы подтвердить свое право на налоговые уступки, житель должен обратиться в органы соцзащиты. Нарушение правил предоставления проживающим в Химках многодетным семьям подтверждающего удостоверения послужили прокурорской проверке. Территориальным органам соцзащиты населения были допущены нарушения прав граждан, в том числе не факты незаконной выдачи удостоверения. Отказ выдачи удостоверения признан городской прокуратурой незаконным в связи с отсутствием регистрации. Согласно закону, соцслужбы обязаны выдать удостоверение многодетным семьям, несмотря на место постоянной регистрации. При этом самим жителям необходимо доказать факт проживания на территории округа. По итогам проверки в суд направили 4 исковых заявления, 2 из которых удовлетворены. Сотрудники органов социальной защиты привлечены к дисциплинарной ответственности.